Владимир Переверзев родился в Сочи, здесь же живет и работает. С 97-го года является членом Союза художников России. Его произведения находятся в частных коллекциях России, Европы и Америки, а также в коллекциях российских музеев и арт-галерей. В своих картинах он близок к постмодернизму с большим акцентом в символизм. Полотна у Владимира Переверзева с одной стороны сложные, с другой в них есть ясность, свобода и четкость. Это как пластическая импровизация. На выставке представлено около 30 картин. В них художник полагался не только на мастерство исполнения, но и на свойства материалов, с которым работает. Фактура холста, смесь красок. Самостоятельно оценить творчество Владимира Переверзева можно в арт-медиа-центре «Родина».